У Беларуси означили православную радовницу, день поминания усіх померлых. Это свято закликает христиан не поглубляться у переживании с нагоды смерти близких, а наоборот радоваться их нарождению у життё вечное. Протяг темы у наступном сюжете. Самой раницы у храме святого Архангела Михаила у Гомеля шматлюдно. Протяглость службы залежит от того, кольки будет записок с именами тех, кого треба помянуть. Кожное имя повинно быть проговорено. Живые, коли поминают померлых, быцем делятся с ними радостью об Иисусе, який воскрес. Приносят кутю с медом, фарбованные яйки, куличи. Дарэчы, гэтая милость над прыхажан отправится у дитячие домы и больницы. Приношение является как бы милостыней за души умерших, потому что ангел милости стоит всегда у престола Божия и непрестанно вопиет отец, за кого эту милость приносит. После завершения службы гамельчане традиционно едут на могилки. Дарэчы, храм святого Архангела Михаила у свой час был перевезены у Гомель за отселенной вёски Добрушского района. Вёски помирают, як и люди, але живые раз у год мают махчимость наведать зону отселения без никаких документов и дозволов. Сёлета гэты перыяд с 7 по 10 мая. Все же одноклассники, все соседи, все односельчане, все встречаемся, все рассказываем друг другу, как живем, как наши детки, ну, про всю свою жизнь, все встречаемся. Вот раз в год здесь мы всегда встречаемся и каждый год мы сюда приезжаем. Вёска Бартоломеевка Ветковского района в свой час была довольно буйной – 300 дворов. Был навод торфобрикетный завод, який давал людям працовное место и веру в будущее. Однако после Чернобыльской аварии ситуация изменилась. Всегда приезд вот, на кладбище или просто посещение, оно как бы подталкивает к тому, чтобы погружаться туда, в ту жизнь. Ну как, это естественно. Там, где ты родился, где у тебя прошло как бы самые лучшие, наверное, годы, потому что это юность, это там первая любовь, все дела, тут, ну так, такое. Вот. Ну и, естественно, вспоминаются, вот, кто там, родственники, знакомые. На радовницу люди наводят порядок на могилках и поминают померлых, запаливши свечку, ти просто стоячи у тишини. Наши продки, як и вёски, якія пошли у небыт, чакают у гэты день от нас молитвенной допомоги. Евген Побаловец, Алена Василюк, Ігор Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».